Всем привет, друзья! С вами Варпач и накачанный качочек, которым мы будем сегодня играть с вами. И да-да-да, это мод на прохождение лабиринта. У нас добавился здоровенный, просто громаднейший лабиринт. Вот с такой тёлкой, которая типа болеет. Давай, качок, я потом сделаю тебе глубокий горловой. Ну, вы поняли, да? Вот она ждет, когда я начну свой марафон. Груда мышц, все дела, красавчик. Спортсмен, мелантроп и просто железный человек, короче говоря. Посмотрите, насколько длинный лабиринт мы будем с вами сегодня проходить. Это просто жесть, друзья мои. Давайте я вам даже покажу, насколько он длинный, насколько он большой. Что в нем вообще будет, я не знаю. Я специально себе не спойлерил. Но вот такой вот... давайте назад чуть-чуть отодвинемся. Так... вот так назад, окей, повыше. И вот, смотрите, насколько большой лабиринт мы с вами сегодня пройдем, ребятушки. И уже буду выпрашивать у вас лайк, конечно же. Поставьте лайк за это громадное прохождение. Так, надо запомнить, как пробежать-то туда. Старт здесь, финиш там, окей. Так, ну что, давай, мы прилетели с тобой, безумный качок. Отключаем мод на Airbreaker и начинаем. Тут должна быть песня такая: тун-тун-тун, тун-тун-тун, тун-тун-тун. Ой, смотрите, шкуру ударь. Что вы? Вы посмотрите, как она двигается, господи. Посмотрите, просто 10 из 10. О, боже! Отдельный респект мододелу, который это делал. Или эта моделька забагалась, или что, так непонятно, господи. Красные труселя. Ну что, давайте начнем. Я думаю, бита в руках нам не помешает. Ну все, груда мышц, красавчик, как я говорю. Хотя я не считаю его красавчиком. Слишком много мышц, так скажем. Так, тихо. Кстати, я хотел отключить... так называемый год мод. Вау! прям на шпалу, блин. Окей. Так, нормально, проходим. Пока что проходим. Так, забираемся. Так, тут тайминг. Главное тайминг. Так, что у нас здесь? Здесь уже у нас сейчас развилочки, наверное, пойдут. Хотя нет, никаких развилочек нет. Все линейно. Ловушечки. Так, у меня, наверное, год мод включен, поэтому не работает, да? По сути, от таких костров же он горит, насколько я знаю, да? Давайте попробуем. Окей. Я сейчас умру. Подождите. Ай-яй-яй-яй, нет, все, я не буду отключать год мод, потому что, реально, я не знаю, как тут пройти-то тогда. Тут тогда будет сохраняться приходилось. Ну так, конечно, изи можно пройти, немножко читерный способ, но, я не знаю, как это пройти, вряд ли здесь как-то надо прям отпрыгивать по таймингу и все такое. Так, и куда нам сейчас бежать-то? Так, что у нас здесь? Здесь ни хренашечки нету, да? О, вон там какой-то прям... куда-то пробежать можно. И здесь можно, И куда бежать-то? Давайте бежим, короче, куда глаза глядят. Тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан. Та-да-та-та-да-та-дан. Сука. Тупик. Так, ладно, мы выбрали ненужное место. Так, вот куда мы прибежали-то вообще? Все, я заблудился, ребятушки. Если вам нравится, как выглядит мод, то ставьте обязательно лайк. Так, окей, один путь я вижу, куда можно пойти. Так, здесь тупик, да? Ставьте обязательно лайк за прохождение таких карт. Я знаю, что вам нравится, что вы пишете. Давайте еще, давай еще, варпачик, давай еще. Вот здесь что-то есть, да? Так, отлично. Это похоже на ловушку какую-то. Скорее всего, мы в каком-то месте просто перепрыгнем это говно и окажемся там, где не нужно. Так, пока забираемся по контейнерам. Отлично. Качок об стену, это нормально. И куда? Здесь ничего нет. Лол. И что мне здесь нужно? Здесь же подстава какая-то, да?
Черт возьми, ну явно подстава. Окей. Да что ж, этот качок, знаете, он просто неуправляемый персонаж, который падает и постоянно что-то разбивает себе. Ну, качки хрупкие люди. Проткнуть иголочкой их как нефиг делать, наверное. Так, ну ладно, это значит нам не сюда. А куда нам идти-то? Хе-хе-хей! Так, здесь я тоже вижу тупик. Блин, ребятушки, я уже заблудился. Что делать? Что делать, товарищи мои любимые, а? Друзья, давайте, помогайте мне в комментариях. Куда бежать? Пишите там налево, направо, вперед, назад. Давайте, давайте поможем Варпачу найти выход. Знаете, как Даша, путешественница, давайте поможем там тому-то, тому-то найти то-то. Но я отсюда пришел, господи, о май гарбл. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Просто! Вы не представляете, то место, где находился я, это было, сука, не начало. Мне пришлось заглянуть не в гайд, да, как это проходится, а к разработчику, сука, который создал этот мод. Я такой бегаю, ищу, думаю, какого черта я не могу найти выход? Я настолько глуп или это настолько тяжело, что я не могу найти выход? И оказалось, сука, что начало с другой стороны. Понятно, да? Как бы начало с другой стороны, мать его. И мы с вами начинаем сначала. Мы пройдем этот лабиринт. Этот лабиринт уже, подготовил нам сюрприз, мазафака. Я специально не стал проходить, ничего смотреть про него. Типа, вот я сейчас это приду к лабиринту и все сам пройду, посмотрю, не буду себе спойлерить. Ага, посмотрел, пришел, сука, и не угадал нифига. Отлично, отлично. Хорошая работа, Анакондас. Хорошая. Good luck, Анакондас. Good luck, man. Ну, если он это смотрит, он поймет только good luck, man, а всякие бомбежки, конечно же, нет. И куда бежать, я теперь вообще без понятия. Мы с вами будем это заниматься фрираном. Можно включить какую-нибудь песню из деревни дураков и просто бегать кругами по этому сраному лабиринту в поисках того, куда же пойти, куда же отправиться и что же нам вообще делать. Потому что, ну, развилок здесь, ну, мама, не горюй. Так, ну пока все окей, пока все хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, отлично. Пробегай! Отлично! Отлично, накачанная жопа. Отлично, все хорошо пройдено. Давай, пока неплохо идем. Пока отлично даже, я бы сказал. Ну давай, пойдем прямо, я не знаю. Хотя там тупик, да, возможно. Да, там тупик. Давай посмотрим, что у нас есть здесь, в этих местах. Там тоже, наверное, тупик. А нет, слушайте, там что-то есть. Просвет виднеется! Добро идет, друзья, добро идет. Так, ну и куда дальше-то нам? Что нас еще будет поджидать в этом лабиринте? Я, опять же, не стал себе спойлерить. Я листанул ролик, да, и сразу увидел, что чувак начал не с того места. Ну, то есть, тот, кто делал этот мод, я такой, что, простите? Давайте на мотоцикле попробуем покататься здесь. Я просто не знаю, как еще решить это. Лабиринт фауна такой. Так, ну здесь мы прошли. Может быть, здесь надо было налево отправляться? Хотя, как говорится, мальчики налево, девочки направо, может быть. Да, да! Все было легко, блин. Все было достаточно легко, друзья. Так, ну мы забираемся сейчас сюда, потом еще лезем. И что у нас здесь? Опачки. Давайте попробуем от первого лица пройти. Еще у нас бита такая XL. Такого большого, знаете, размера. Вау! Как я вовремя прыгнул-то, а? Вы заметили, да? Вы заметили? Господи. Нет, ну что же. Груда мышц. Ни разу не классная. Просто, блин, дерьмо. С палкой в руках. Давай, двигайся, плотва, двигайся. Давай, ой, красавчик, давай. Только что говном его обзывал, теперь говорю, красавчик. Похоже на, знаете, как вот туалетной бумаги, вот это вот поролоновая, не поролоновая, а с чего она там сделана, из картоновой основы. Оп, перепрыгнули, отлично. Да тихо! Фейл! Я говорю, что этот персонаж просто, ну, отличник, удачник и просто мега красавчик, наверное, я не знаю. Как его еще обозвать? Так, ну давай еще раз попробуем залезть. Вроде ничего сложного, и в то же время что-то сложновато. Ну давай, может быть... Я знаю, нам, скорее всего, бита в руках мешает. Давай оденем кастет. Кастет, там немножко другая анимация. О, так вот, тихо, тихо, нет, не падай! Да чтоб тебя, сраный-то ублюдок-то, а? Да, ну, баран ты с палочкой.
Давай, давай, беги. Вот, красавчик, давай, наверх, еще наверх. Надо мотивирующую музыку, давайте. Давайте, подпеваем вместе. Отлично. Ну давай, забирайся. Ну давай, забирайся. Давай, красавчик. Ты должен это сделать. Давайте. Ребята, ну вот, чем больше будет лайков, тем быстрее этот качок, сука, пройдет эту миссию. Давай, давай вот так вот. Прыгай, прыгай. А, отлично, давай вот так. А... Ну, ты прыгнуть не хочешь, что ли? О, отлично! Отлично! Я сам не знаю, как я это сделал. Отлично, отлично, ребятушки, отлично! Это все работает. Так. Так. Нет! Что? Зачем ты спрыгнул? Что с тобой не так? Только не падай, сука. Только не вздумай упасть. Руками зацепиться надо было вон за ту штуку. Руками, сука, на которой ты турниками... Которую ты турники цепляешь. Ну что ж с тобой не так-то, мразь ты такая, а? Так, наконец-то я пришел в то место, куда мне нужно. Давай. Давай, качок. Тут даже прыгать не пришлось. Блин, насколько же это изи-то, а? Изи-пизи, мэйвон, сквизи, как там в КС-то говорится. Но здесь вообще изи пробежать, мне кажется. Здесь только самый дурачок упадет. Ну и вот то самое место, о котором я говорил. Скорее всего, здесь надо было вообще спрыгивать. И это типа так работает. Но окей, теперь-то я примерно знаю, куда бежать. И в принципе, это что, это все конец, что ли? Ну такая, знаете, незначительно быстрая карта у нас получилась, да, как бы... С модом, с таким, с лабиринтом. Если вам понравилась эта серия, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, оставлять свои комментарии. Это было, ну, реально как-то изёвишно, легко и круто. С вами был Варпач. И все, всем удачи, всем пока. Я почти добежал, и это все. Блин, ну как-то так. Ну, я бы лайк поставил за эту игру, потому что, ну, прикольно выглядит. Правда, я побежал не с той стороны, и шкура вот до сих пор валяется. Ну что ж, всем удачи и всем пока, друзья.